Частные лекции. Что такое частная лекция? Да вообще мне похуй на частные лекции. Нет, там мало интересного. Это важный комментарий. А кто величайший гей в истории человечества? А вот вы как характеризуете человека, который мазал свое тело калом, который разводил червей? На. Секс – это гей или нет? Я... Нет, ну, конечно, нет. А это я и говорил. А у вас... Отличный панч. Как планч. Раунд. Юрий будет дуть, Юрий. Жалко ли вам Константина Эрнста сейчас? А что его жалеть-то, собственно говоря? Самый талантливый и, в общем-то, гениальный телевизионный работник страны торговал жопой. Для него это болезненно. Для меня нет. Почему? А ты прекрасно понимаешь, что жопа – это товар, как и все на свете. Покупать. Так есть же вещи, которые не продаются. Это что, например? Вопрос цены. Невзоров. Тоже в известном смысле вопрос цены. Вопрос цены. Фараон. Друг мой, что у вас за поворот? Мне поворот на тему фараона. Я сам очень люблю фараона. На моем жаргоне, часто это, его на моем жаргоне это значит хуйня. А, тогда мне понятно ваше отношение к слову пенис. Юрий будет дуть, Юрий. Вы помните тот день, когда вы люто возненавидели Владимира Путина? Почему? Потому что это был тот самый, вот то, что называется, урод в семье. То есть вы сейчас утверждаете, что он был гомосексуалистом? Ну, у патриотов это бывает. А как часто с этим приставали к вам? Попытки нежного обнимания, разумеется, были, но с предложением братской любви. Я же такая же подворотницкая шпана, как и Владимир Владимирович. Вы гей? Иногда начиналось с того, что я вообще у стеночки стоял. У стеночки? Да. Я делал только то, что хотел. Всегда. Юрий будет дуть, Юрий. Кто подбирает вам одежду? В чем смысл жизни? СТ или СТ? О, вы знаете, конечно, СТС замечательный совершенно. Не, хотя мне похуй. Вот поймите, я исследователь. Вы заткнетесь? Невзоров, заткнись. Невзоров. Чё, блядь, пошёл нахуй. Вы же понимаете, да, что тот, в чьих руках находится монтаж, он владеет ситуацией полностью.